Помещенный накануне под арест президент Перу находится на базе полицейского спецназа в Лиме, сообщили в прокуратуре в четверг утром. Накануне вице-президент Дина Болуарте принесла присягу перед Конгрессом в качестве главы государства. Ранее в среду Педро Кастильо объявил о роспуске парламента, который пытался сместить его, но маневр не удался. Представители самых разных политических сил квалифицировали его как государственный переворот. Прокуратура поместила президента под арест, где он, как ожидается, пробудет 15 дней. В президентском дворце также был проведен обыск. В отношении Кастильо, руководившего страной без малого полтора года, начато расследование по обвинению в мятеже, в дополнение к 6 другим делам по обвинению в коррупции и торговле влиянием, по которым также проходят члены его семьи и политического окружения. Как только стало известно о помещении президента под арест, на улице Лимы вышли как его сторонники, так и противники. Наблюдатели подчеркивают, что эта попытка перуанского парламента объявить президенту импичмент стала третьей. С момента вступления в должность в июле 2021-го Педро Кастильо не пользовался широкой поддержкой населения. У него не было своей партии, ему было трудно сформировать правительство.